3 часа лигурийский регулировщик регулировал на Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да как и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал. Капитулировали, лигурийский регулировщик нечисто, да нечисто, рапортовал, да раз и рапортовался, правился на погоду, через погоду. Что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Декопаты и кратушки хохотом покатали и кричали турки, которые начали на обкурить трубкой. Не кури турка трубку, купи лучше кипупи, лучше пики покупи. А то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирую за то, что некто черновый у него полтора рыла не срыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в зеле, да и Клара крали, Клара крала с кларю, пока Карл у Клары коралл играл, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на таре дико типово дабы варвары два эти пора дрова ворвали. Но крепкий смерть не уложить в орех, а Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира барам было, и не до гетеринковых дабы, и не до гетеринковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова, не вместились все дрова. И два дровосека, два дровокола, дроворуба для расчувствовавшейся варвары выдворили дрова в шик двора обратно на дровяной двор, где цапля чапла, цапля сохла, цапля сдохла. Сатирмоныш и цапля цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит сенья сено в сани, потом везет сенька соньку санька на санку, санки скок, сеньку бок, соньку в лоб, все в сугроб, а Сашка только шапку и шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, Саша на шоссе Саше нашел. Соньки же Сашкина подружка шла по шоссе и сослала сушку. Да притом у Соньки вертушки во рту еще и три ватрушки. Аккуратно медалик, но ей не до ведрика. Соня с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит так жужжится, жужжит так кружится. Глау фрала, фралу на лавру набрала. Пойдет лавру на фрала, лавру набрет. Что вахмистр с вахмистршей, ратмистр с ратмистршей. Что ужа ужата, унижа лежата, а у нее волосы поставлены гвоздь, у нее устрость. И вскоре опять пять ребят съели пять от пять, пол четверти четыре кача чечевицы, две червоточины, до 1666 рабов с творогом и сыворот и из-под простоквашей. Отцом и сём колокола, колокола звоном раззванивали. Да так, что даже Константин Зальцбург, себе с перспективняк, из-под бронетранспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не пили.